Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Московском доме композиторов. На концерте «Слово с музыкой сольется» в памяти композитора и пианистки, музыкально-общественного деятеля, профессора Московской консерватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР, кавалера Ордена Дружбы Татьяны Георгиевны Смирновой. Татьяна Георгиевна родилась 30 марта 1940 года в Ленинграде. Провела всю войну в блокадном городе. В 1945 году семья переехала в Москву. В 1960-е годы Татьяна Смирнова с отличием окончила Московскую консерваторию по специальностям фортепиано и композиция. В дальнейшем в консерватории ей были отданы свыше четверти века педагогической и творческой работы. Татьяна Смирнова – автор более 500 произведений, среди которых опера действия «Северный сказ», опера-оратория «Сергий Радонежский», оратория «Посвящение Ленинграду», концертная симфония «Музыка моря», «Музыка гор», «Прекрасные бригада Вриты», концерты для фортепиано, флейты, добры, тубы, гобоя, виолончели с симфоническим и камерным оркестром, камерные сочинения для разных составов, вокальные и хоровые циклы. 50 лет назад, в феврале 1969 года, Татьяна Георгиевна вступила в Союз композиторов СССР. Знаменательно, что именно 6 апреля 1990 года состоялся ее юбилейный авторский концерт, впервые проводимый на сцене Дома композиторов Москвы. В этом зале в течение 40 лет проводились регулярные концерты клуба искусств сезона Татьяны Смирновой в Московском доме композиторов, на которых она выступала как художественный деятель, ведущая исполнительница произведений музыкальной классики. Слушателями этих незабываемых встреч стали юные музыканты нескольких поколений. Неоценимая заслуга Татьяны Георгиевны заключалась в просветительской деятельности. В разное время она провела также несколько авторских концертов из серии «Слово с музыкой сольется», в которых исполнялись ее музыкально-литературные произведения. Диапазон палитры Татьяны Смирновой многообразен. Ее произведения отличаются ярким, неповторимым интонационным миром, глубокой содержательностью. Многие сочинения имеют необычное жанровое решение – фольк-опера, опера-оратория, концерт-симфония, соната-баллада. И нередко написаны для нетрадиционных, очень оригинальных составов. Такие ансамбли вы услышите и в сегодняшнем концерте. Дорогие друзья, мы просим вас проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны. И начинаем первое отделение концерта. Цветные песенки. Слова Викторова для голоса, детского хора, флейты, ударных и фортепиано. Сочинение 24. Белая, сиреневая, желтая, зеленая, синяя, красная, разноцветная песенки. Исполняют старший хор «Радуга» детской музыкальной школы имени Тальвердиева. Руководитель и дирижер, лауреат международных конкурсов Елизавета Туманова. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Ольга Хомуцова. Солисты Вероника Крюкова, сопрано, лауреаты международных конкурсов Александра Зверева, флейта, Аркадий Амелий, ударный.